Для героев следующего сюжета школа осталась позади. Первый раз на первый курс пошли сегодня студенты десятков вузов, и в том числе Чувашского государственного университета. Примите самые искренние, добрые поздравления с замечательным праздником, Днем знаний и началом нового 2016-2017 учебного года. Хочу сказать, что сегодня в очередной раз наша большая дружная семья Чувашского государственного университета пополнилась яркими, талантливыми молодыми людьми. Распущенные волосы и зауженные джинсы, рубашка без галстука и яркая помада. Это их первый день знаний без черно-белого дресс-кода. И все же вчерашних школьников выдает чуть потерянный взгляд, еле слышная дрожь в голосе. Они еще не знают, какая она, эта взрослая жизнь, но твердо уверены, что первый выбор сделан правильно. Я на стоматолога поступила. У меня мама сама тоже медик, и я тоже решила по ее стопам. Сама я с республики Башкортостан, вот приехала сюда учиться. Мне город понравился здесь, во-первых, еще и как-то, люди здесь какие-то другие, поэтому я решила сюда поступить. А этот серьезный юноша – наш будущий коллега. Настроение боевое. Хочется в этом году попробовать себя в университете, понять, что скрывает в себе сущность профессии журналистика. Хочу стать фотокорреспондентом. С Днем знаний новоиспеченных студентов ЧГУ поздравил и глава республики Михаил Игнатьев. Ставлю задачу, товарищи первокурсники, вы должны заниматься усердно, не жалея себя, вкладывать всю душу, всю энергетику для того, чтобы получать хорошие знания. Здесь очень хорошая команда преподавателей. Работодатели ждут вас. Реальный сектор экономики ждут вас. Ждут вас учреждения медицины, образования. Ждут вас органы власти. После официальной части ребята задавали вопросы ректору и демонстрировали свои творческие возможности. Знакомство первокурсников с преподавателями и одногруппниками продолжилось уже в аудиториях. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаметов, Республика.